Зенит Амкар. Премьер-лига России продолжается, и последние 6 матчей, по-моему, осталось. Предыдущая победа над Спартаком дала нам уверенности. Я очень на это надеюсь. Так что, поехали. Единственная замена — это Шатов справа вместо Дани в основе. Но Дани выйдет. У него будет свой шанс. Нету продолжает вместо Ломбердса играть в защите. Так что, вот такие дела. Поехали. Выездной матч. Сразу сильно, наверное, не будем прессинговать. Пускай покатают. Если хотят. Ну, а раскатали очень хорошо. Чувака фамилия Гол. Просто Гол. Я ни к чему его не обязываю. И надеюсь, он не будет забивать нам свою фамилию. Давай-ка, Шатов, побеги. Неплохо. Что? Не угловой, да? Окей. Неожиданно. Очень неожиданно, но то, что Дзюба лучше, это очень неожиданно. Это наш. Это наш. Все еще. Угловой. Добрение. Это кто, Шатов, что ли? Дзюбиньо пробовал. Контратаки нам не надо, так что прессинганем чутка и можно опускаться. Хорош. Обработал по ногам сзади. Дзюбу так не бежишь. О, красненькая. Не-не-не, не давай-ка ему руку. Это Шатов был. Ну чё, Черышев, давай, опасную. Что? Игра рукой. Ух, судья. Придумывает же всякое. Так. Сильно не выбрасываемся. Но атакуют они знатно. У них там высокий чувачок.
Прудников, что ли? Неплохой удар, мимо. Ну, этот чувачок опасно играет. Дзюба? Дзюба! Дзюба старался, но одного старания ему не хватило. Ворочек снял. Блин. Так, Добрение. Пошел, пошел. Идеальный пас на Черышева. И Дзюба. Дзюба очень высокое давление оказывает на защиту любой команды. Просто любой команды. Уф. Нето пробивал. Неплохо. Этот финт не особо работает. Ля-ля-ля-ля. Хай Гарсия, хороший отбор. Неужели? Бля, Смольников. Очень опасно. Ну, Дзюба. Что? Серьезно? А, это Хавига. Блядь, ну это бред. Я иногда судью реально не понимаю, потому что такие решения странные. Нормальная игровая ситуация. Желтая карточка, хлопс. Нормальная игровая ситуация. Хопа и рука. Ну давай, Дзюба. О! Какой опасный момент. Упущен. Дзюба переработал. Слишком сложно, слишком сложно. Отличный прессинг. Что? Играли же, игровая ситуация, камон. Судьенчик, попрошу. Попрошу. Фуф. Сейф. Сейф. Опа! Какой отбор от Хави Гарсии.
Дзюба пошел. Пошел. Ай-яй-яй-яй-яй. Дар не вышел. Но Хави Гарсия сегодня молодец. Красную еще не получил. Надеюсь, не получит, но... Но очень неплохо играет. Окей. Пока безголевой матч какой-то. Потеря. Фуф, Гарай на месте. Ну, это мне повезло, что они бить не умеют поворотом. Шатов. Офсайд. Ну, Шатов, конечно, не левша. Слева ему сложновато там было. Ну, неплохо, неплохо разыгрывают. Пары до времени, конечно. Шатов. Дзюба. Уф, защитник опять снимает. Уже как который раз. Третий, наверное. Дай-ка сюда. Хороший пас. Кришита. А добить Дзюба? Где твое голевое чутье? Высокий прессинг. Ох, Гарсия. Неплохой удар. Мне кажется, пора некоторые замены произвести. Выпустить Вандерварта. О, и Дани, наверное, потому что Шатов как-то не идет. Тань-то покушай. А, окей. Отдайте мяч. Дзюба, что ты как дерево? Не будь деревом. Что такое? Хэндбол. Игра рукой. Дани просто фантазисту. Что сотворил? Что сотворил?
Божественный гол. Дани. Просто красота. Ну, это фол. Что? Да, это фол. Это Вандервард. Извини, Дебрёйне, это Вандервард. Ну, это бездарно. Может, и Вандервард, но... Даже у Вандерварда бывают такие осечки. Была рядом. Можно поиграть в контратаку. Луис Нету, кстати, блин, вообще неплох. Тьфу-тьфу-тьфу. Без всяких там сглазов, пожалуйста. Ладыгин. Это рискованно. Дебрёйне. Наш мяч. Навес. И ничего. Это фол. И Вандервард. Не торопись, Луиш. Не торопись. Что-нибудь такое, я думаю. Ну, это великий Рафаэль. Рафаэль Вандервард. Дар конфета. Мастер штрафных ударов. Просто классическая подкрутка от Вандервард. 9-2-0. Зенит впереди. Да не, просто красавчик. Ох, голевая на Дзюбу. Дзюба поблагодари Дани. Ну, Дани просто монстр сегодня. Ну и Дзюба в одно касание. Это игра. Что ж мы так раньше не играли? Точнее, мы раньше так играли, но... Потом перестали. Потом перестали в один прекрасный момент. И... Дзюбиньо. Дзюбиньо забивает. Я думаю, можно дать шанс... Не знаю, Бальде. Или Кержакову. Бальде или Кержаков. Ладно, Бальде, давай. Пробуй. Дзюба молодец. Побежал. Хорош. Ай-яй-яй. Вандервард не пошел. Защита, попрошу внимательно. Рука, бля! Вот это рука.
Неудачно. Это была видимая рука, я согласен. Хорош. Ладыгин пока что не пропускал в этом матче. Чему я рад. Так что рука то такая же была, как у меня в штрафной, вообще один в один. Но почему-то на этот раз была не рукой. Окей. Ух. Артём Дзюба, 12 голов. Хорош. Смольников творит чудеса техники и дриблинга. Так, Вицель, попрошу. Смольников уже вернулся, но поздно. Конечно, этот чувак все сделал. Бежал и... Да, Гарай ошибся. Ошибка Гарая. Позицию потерял. К сожалению, Ладыгин не смог отстоять на ноль этот матч. Что? Фух. Ладыгин спасает. Ну давай. Очередная победа, вторая по счету к ряду. Так что радуемся. Ну вот тут какой-то чувак по имени Гол пробивал на 4-й минуте. Очень близко. Джанаев, потом сейв Геруша. И это действительно сейв. Потому что Дзюба очень хорошо пробивал. Далее Хави Гарсия желтую получил, вообще не понять за что. Где здесь желтая карточка, я вообще не понял. Я даже фола здесь не увидел. Ну а дальше Дани, вышедший на замену, сотворил чудо. Чудо. Маленькое чудо. Нафинтил и пробил. Далее Вандервард со штрафного, Рафаэль, вышедший на замену также. Просто положил. Ну и напоследок Дюбиньо. С гениального, конечно, паса, да, Дани. Дани все сделал. Выдал, в общем-то, на пустые ворота почти. Ну и дальше нам гол забили. Прудников. Ну, ошибка Гарая, вот если посмотреть за ним, потерял игрока своего. Потом уже в подкате пытался, но ничего не получилось. Но в целом закономерная победа. 9 ударов все в створ. Офигеть. Ну и рейтинг игроков. Де Брёйне наконец-то семерочку получил. Дзюба 8-1. Дани 8-3. Лучший игрок. Неплохо, неплохо. Всем спасибо. До встречи. Сейчас будут ужастики.
Outlast и Until Dawn, скорее всего. Так что 15 минут, и мы с вами. Всем пока.